Блять! Игорек, ты сравнил свой велосипед и мой? Я даже развернуться здесь не могу, не повернуть. Ты можешь другую дорогу-то выбрать. Ай? Я ж тебе показывал, что раньше надо было повернуть. И в отличие от тебя, у меня не держат обороты. Три минуты. Let's go to camping. Может, чуть-чуть его приопустить? Нормально. Нормально. Точно? Нормально. Чуть-чуть спортишь? Не надо было. Это. Посмотри, как она снимает. Сейчас Серегу полностью видно, и шлем, и все остальное видно. Наверху много места стоит? Да. А внизу? Как три башки. Ох, Серегина там место. Ага, отлично. Нет, наверху было три башки, а снизу как одна. Ты ключ поверни. Ладно, молодец. А куда нам сейчас? Ну, на эту тропинку надо попробовать выехать.
Игорек, съезди за ним, а то он через плотину поедет, упадет, не дай бог. Я 2 минуты. Thank you.
Ну издалека. Я Серегу ждал. Мне шея болит. Это какой-то бред. А что она у тебя болит? Да.
я ей показываю. Все заснято. Она еще и ошейником меня долбанула. Перед чем это? Это, блядь, не с вот этой белой, блядь, тиной. Да. Это, да, белый тиной. Она что, за мной гналась, нахуй. Серый, вступление и гад в пол. Ты что на меня набрасываешь? Я хотел уже, блядь, остановиться, нахуй, не ебашить. Давайте мне пасы. Я сижу, блядь. Башка этого теленка, сука, на уровне бака, блядь. Бежит, блядь, гам-калк, нахуй. Ничего у меня было. Она, знаете, что такая? Вы в парке! А ваша собака в парке срет. Так, вот обедать приехали. У нас тут вот такая вот волшебная курочка жарится. С кем? С кем-то. С шампуром. Ага. Курочка готова. Вот. Тут техника немножко отдыхает. Вот. Один тут приехал только что. Вот сушняк тут чувака мучает. Жесткий. Не знаю, чем он вчера занимался.